У нас не в лучших клубах МХЛ на всех места не хватит. А не вот и 1-1. А это Грамунд. Грамунд. Да, это он. Ну вот, в принципе, когда подписали Грамунда, мне показалось, что это на самом деле очень неплохое приобретение, потому что он даже в сравнении со своим братом. Брат куда более талантливый и куда более высоко на драфте ушел, но, соответственно, брат, который приехал к нам в ККЛ, Маркус, он может быть не такой заметный, не такой прямо вот фэнси. Волшебник. Фэнси, да, как Умарк, но он все вещи умеет делать. Знают петербуржцы, как обезопасить свои ворота в подобных ситуациях. В предыдущем матче против Магнитогорского Металлурга третий период Салават Юлаев получился заметно лучше. От других сейчас требуется еще один. Пожалуйста. Такой хороший третий период. И начинается он, да, с шайбы Сакари Манинина. Уголок-то выбрал вообще просто по точности бросок. Выдающийся, я бы сказал, даже не сближаясь с воротами. Сакари Манинин приложился. Ну и, я говорю, такая тенденция, определившаяся еще вчера с большинством, продолжилась и сегодня. Большинство вчера в составе всех четырех участников Таланека, Кубка обладателей Кубка Гагарина,